В салоне пассажирского автобуса номер 121, следующего в хутор Красный, пыльно и грязно. Да и внешний вид у него не лучше. Дождь был несколько дней назад, но водитель до сих пор не нашел времени заехать на мойку или самостоятельно вымыть автобус. Информация о перевозчике, которая должна быть во всех маршрутках, отсутствует. Как вас величать? Николай Алексеевич. А где написано? Написано, где Николай Алексеевич едет? Тут водитель. Она оторвалась, вот тут было. Не знаю. А вот, оторвали. По поручению главы города Сергея Сергеева, контролирующие службы усилили работу по выявлению нарушителей в сфере пассажирских перевозок. По правилам, транспортное предприятие обязано выпускать на маршрут чистые автобусы. Перевозка пассажиров должна быть комфортной и безопасной. Анна Ерина часто ездит на 121-м маршрутном автобусе. Проживает в хуторе Красном. Санитарным состоянием общественного транспорта пассажир недовольна. Неоднократно жаловались, я из-за звонила туда диспетчеру, почему автобусы в рейс выходят не прибраны, не мытые. Летом задыхаются пассажиры в автобусах, задыхаются. Пыли полно. Стекла тут даже и вообще никогда не моются, по-моему. К выявленным нарушителям применяют административные меры. Руководство транспортных предприятий выписывает предписание. Город-курорт Анапа заслуживает, и жители его заслуживают лучшего отношения и обслуживания автомобилистами. Смотрите, автобусы. Зима уже, дождь последний был давным-давно, а автобусы до сих пор рядом. Автобусы должны быть чистые для того, чтобы улыбка была у людей, когда они садятся. Специалисты отдела по транспорту и связи будут продолжать контрольные проверки санитарного состояния и информационного обеспечения маршрутных автобусов.